Здравствуйте, уважаемые товарищи, те, которым интересно копчение. Приобрел я коптильню УЭК-2 «Москит», бывшая идиллия. Коптильня 4 в одном. Она, значит, как копчение холодного и горячего традиционно, а также холодное и горячее электростатикой. Коптильня, значит, коптильня проста в эксплуатации и удобно. В ней находятся... Сейчас я вот поработал. Значит, вешала выдвигаются. Сюда вешаются рыба или мясо, вывешивается. И, значит, закрывается это все дело. Есть поддон для сбора жира. Значит, закрывается, значит, и включается рубильник в сеть. Дальше идет сеть. Выставляете зольник на 300, потом, значит, когда у вас идет дым, можете сбавить его там до 260-240. Значит, включается сеть, включается дым. Дым и нагрев камеры. То есть то, что вы делаете, горячего или холодного, выставляете температуру. Вот. И включаете холодное копчение. Будет по статическим напряжениям работать коптильня. Значит, к этой коптильне я приобрел также, значит, сушильно-вялочный шкаф ШВС-1 «Москит». Тоже прост в эксплуатации. Он, значит, перед копчением просушивает, продувает продукт от влаги лишней. То есть объем большой, работает. Вот он большой, все сделано из нержавеющей стали пищевой. Значит, работа его очень проста. Значит, включается также сеть, включается сушка и включается нагрев. Выставляете температуру такую, которую вам необходимо, которую вы хотите. Значит, дальше, значит, коптил я сегодня опять-таки рыбу. Показываю вам. Рыба получается хорошая, вкусная, красивая. Значит, что хочу сказать по рыбе. Некоторые задают вопросы, что и как, значит, где-то что-то посмотреть, какая информация, где лучше какую информацию взять. Значит, я скажу так. По-честному, значит, что я использую интернет. И плюс, значит, я приобрел вот такую книгу «Секреты домашнего копчения горячего и холодного. Мясо, рыба, птица, сало, сыры». Значит, что-то читаю здесь, просматриваю то, что мне интересно. Тут все понятно, доходчиво объясняется. Значит, плюс иногда пользуюсь сборниками рецептур кулинарии, то есть там тоже есть некоторые вещи. Вот, поэтому кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь литературой, пробуйте, я думаю, что вам понравится. Так что, значит, солю рыбу я. Значит, я беру плиту, заливаю ее холодной водой, размораживаю, мою. Потом, значит, перекладываю в емкость. Вот такая вот емкость. Она идет на 20, по-моему. В общем, сюда входит 20 килограмм. Когда разморозишь и укладываешь, сюда входит 20 килограмм рыбы. Заливаю рассолом. Рассол, значит, я делаю на 20 литров воды. Две пачки соли, перец горошком, значит, черный перец горошком, потом перец горошком душистый, лавровый лист и пару штук гвоздики. Значит, варю рассол, потом, значит, я все это заливаю,
остывшим рассолом и выдерживаю сутки, не больше. Рыба получается малосольная, хорошая, вкусная. Соли она не втягивает. И потом при хранении, там, допустим, если у кого-то она лежит в холодильнике еще, то есть она долго не дает соли. Рыба очень хорошая получается. Поэтому, пожалуйста, значит, приобретайте. Я, значит, эту вещь, этим оборудованием пользуюсь. Приобрел его в августе месяце. И вот уже, считайте, вот только больше полгода пользуюсь. То есть копчу рыбу, копчу мясо, коптил кур, сало. Мне нравится, людям нравится. Ну и, соответственно, как для бизнеса вещь тоже хорошая. Рыба получается на самом деле очень хорошая, вкусная рыба получается. И еще что хотел бы сказать. Значит, места много для этого не нужно. Его можно использовать даже на балконе для себя. Значит, единственное, что бы я для себя сделал, если бы подумал раньше лучше, я бы приобрел коптильню объемом побольше. Потому что сначала берешь вроде маленькую, думаю, возьму, она будет подешевле, возьму маленькую. Потом, когда начинаешь работать, понимаешь, что тебе объема этого будет мало. То есть вот сейчас у меня в данный момент коптильня на 25 килограмм. Вот. Бывают объемы большие, и поэтому приходится загружать два раза. Поэтому лучше подкопите или перехватите деньги и возьмите коптильню побольше. Вот, значит, я еще сделал подставку, чтобы коптильня была повыше, удобнее загружать. И вот еще, значит, здесь загруженная камера есть. Значит, работает на дровах. Я загружаю дрова. Это ольха. Можно использовать вишню, яблоню, можно миксовать. То есть, кто на что горазд и кому как нравится. Что хочу сказать еще, значит, производителю я говорю спасибо. Я благодарен этим людям, которые это оборудование делают. Я отдал деньги, я нисколько не пожалел. Всего хорошего вам. Приобретайте, работайте и получайте от этого удовольствие. Удачи всем. До свидания.